Аккуратно, автобус! Друзья, вы не хотите рассказать? Мы не в Латвии. Капли на лице. Я даю 100 евро реально тому, кто съест хотя бы ложечку. Вот это кто-то сдох. Да, реально. Дождь очистится, и душа захлюба. Не дыши, главное. Да за всю ешь сразу. Меня потекла ручьем, прочь из дома к солнечным, некошенным лугам. Превратившись в пар, с ветром полетела к неизведанным. Риги готовимся. У нас тут бутербродики, акцемелька. Ты можешь поверить, что во-первых, у нас вот такая кухня? Не могу поверить. Скажи, уютно. Очень. И тут такая подсветка, она сенсорная. Ой, Мия, я смотрела недавно на монтаже, утверждала монтаж твоего влога. Ну, твоего, да. Короче, нашего последнего влога. И ты там снимала, как ты цветы в поле собирала. До слез. Ты такая, вот, это палка, по которой мы пойдем. Проходишь такая, оглядываешься, успешно. Сейчас покажу вам поле. Просто, вот, поле. Это так интересно смотреть. Я два раза перематывала. А вот поле, что сказать. Ну ничего не сказать вообще. Иди покажи наши чемоданы, почти собранные. У меня тут такой бардак, но немножко совсем. Совсем! Чуточку. Мне показалось, что там снег. У Тимохи чемодан. Конечно же, мамин чемодан самый огроменный. Она и куча духов сейчас наберет такая. Вот мне даже не верится, что мы идем. Ну, завтра мы едем в Рим. Это обзор на Амандин подарок. Так, первое. Такой снегирь. Такой же мяколка. Второе. Лолыс. И тут еще... помада. Такая же помада, как у меня, только это Ловис, а это Чупа-Чупс. Сегодня вот только что я купила вот эти вот штучки. Буду ее каждый раз привозить, чтобы она коллекционировала. Ну, если ей понравится, вот такая конфета, вот такая закладка, очень красивая. Вот такие мини-салфетки. Такая нога, шпучка, бомбочка. Мы их сегодня мне купили, но я решила одну подарить маме. Такой брелок Мишка с цепью. Ох, так, такая же подставка, как у меня. Она, кстати, работает. Типа не вот так ее ставить надо. Ты ее вот так вот ложишь и вот сюда телефон перекладываешь. Так, дальше. Видели? Все прочитали? Молодцы. Конечно же, как же без этого? Маска для сна. Это еще не все. О, такая штука на телефон. Написано «Бесите». И у нее я ей подарила шопер. Такой же «Бесите». Я даже не заметила. Вот таких три монеты. Раз, два, три. Отправляется все на стол. И, конечно же, как же без последней вкусняшки. Такой сладкий ролл. Это типа, еще скажу, маршмеллоу и... Блин, мама зовет. Потом все сложу. Аккуратно. Потому что я это складывала, блин, 2 часа. А сейчас это разложу. Если делать глупости, меня спроси. Первый пошел? Ну неплохо, выглядит прикольно. Вкусненько. Мы жарим бананы. Тима, а как это подходит к нашей кухне? Ну, посмотри, ребристое все такое, и типа, как будто в этом же. Мия, угостим Тиму твоим блюдом? Ну да. На ума сошли? Что? Конечно. Давайте резать бананов. Ой! Куда ты сдвинулась? Мия, аккуратно с ножом. Хорошо. Вот нож, это нормально, а вот это вот брызгалка... А то у нас некоторые сразу вот пытаются лежать, мне родительских прав. Я аккуратно, как никто. Аккуратно, блин. Это готово. Я там все слежу. Спасибо, мам. Спасибо, мам. Мам, прикинь, у нас бананы закончатся. Что мы будем делать? Ничего.
если кто-то еще захочет? Потерпит. Мне кажется, нам хватит мне этих бананов. Мам, я буду кружочками. Кружочками решила? Да. Я изначально тебе говорила, что будто лучше кружочками. Ну, у меня вот разные рецепты будут. Такие-то, такие-то кружочками. Так быстрее и легче режутся. Ой-ой, где? Что? Друзья, вы готовы ехать в деревню в 4:30 утра? Да! Мия, готова? Нет. Но тебе придется. Готов? Да. Уход, фирменный уход. Доброе. Извините, я еще не забыла вам один подарок. Тима, доброе утро. Время 5:20. Мы выезжаем во Внуково, потому что путь такой. Летим до Пскова. Оттуда трансфер нас забирает. Мы едем до границы, как всегда. Та-та-та-ра-ра-та, пешочком. Та-та-та-ра-ра-ты. Та-та-ра-та-та-ра-ра-ра-ра. О, Тима, а чё очки бросил? Всё взяла, Мия? Ты зарядку взяла для своих наушников? А? Забыла! Ты готова в Ригу ехать? Нет. Как нет? Ну, вот так. Не поедешь? Не поеду. Ну, ладно, оставайся, тогда мы поехали. Хорошо. Давайте, поехали. Мия, не едь с нами. Давайте, всех люблю, буду скучать. Пока! Мы в деревню! Пока. Бедный Саша спал в машине. Да, вот такая ужасная Агата. Злостный убийца моей ноги. Просто вот там увидел. Вдали желтую машину. Вот она. И этот меня как ударил. Радостно сидит. А, это игра желтая машина. Она, конечно, в стресс в жизнь приносит. Знаете, я вам скажу. Стресс просто. Потому что ты все время едешь, и ты никогда не знаешь, откуда появится желтая машина. Это раз. А второе, ты всегда ищешь теперь желтую машину. Я чуть раньше даже будильника проснулась. Только думаю, не проспим. Потом услышала твой Тим будильник. Как ты его просто взял и выключил? Мам, ты не проспишь? Мам, ты не проспишь? И сам просто. Так я выключил его. Я слышу будильник. Причем я его даже не слышу. Я помню только этот экран. Я что-то нажимаю, и я просто сразу отключаюсь. Прихожу, он спит. Ты не приходила. Здрасте. Ты только сказала мне, а мне я не тебе, к тебе приходила. Ты что? Ты приходила? Конечно. Тебе ты спал, я пришла тебя будить. А, ну ты меня не любишь. Здрасте. Я пришла, тебя погладила, говорю, вставай. Ты не помнишь даже это? Я в этом знаю все тонкости, если делать глупости. Скажи, какой дно не подарок везешь классный. Во-первых, тут и сканворды, и кремация. Серьезно? 10 954 рубля стоимость кремации для жителей Москвы. Но она оценит. Обалдеть вообще. Всего-то 10 тысяч. Вот это да. Главное не просрать самолет. Нечего. Гладко, дорога. Уже нигде не обломить. Смеюсь. Деревня наша, самолет снижается. Пожалуйста, приготовьтесь к посадке. Ну, на пирожки купила. Но она купила твои любимые пирожки, я просто говорю и спрашиваю меня, ты у тебя вообще вкладывается в голове, что мы сегодня, уже вот через несколько часов будем в деревне. Можешь себе представить, мы будем ходить по деревне. Не, давай. Ты с ума сошла? Дополнительные сборы не оплачиваются. Благодарим за внимание. Тима, ну хватит, пожалуйста. Теперь проезжаю. Мия, остановись. Все, Тима, остановись. Надо звонить этому чувачку. Реальная мелодия.
вообще план такой. Вон Тима уже улепетал. Аккуратно, автобус! Друзья, вы не хотите рассказать, вот как, какие мы лохи? Мы не в Латвии, что вы... Мы в Эстонии. Мы доехали до Пскова, да. Все нормально. Мы садимся в машину и едем. И не уточнили, на какую нам границу. Прикиньте, мы прошли русскую границу, и уже приближаясь к границе номер 2, я читаю республику. Нет, подожди. Мы ехали, и мама поняла то, что трансфер... приезжает типа за нами, и она его отменяет. Я, когда заказывала трансфер от аэропорта Пскова до границы, я заказывала его у дядьки, который в Латвии, собственно. И он подумал, что меня в Латвии, ну, что меня на границе надо встречать. Слава богу, он так подумал, потому что он едет сейчас за нами. А мы с Анти сказали, что мы, короче, встречаемся на Терехово в Латвии. Не в Эстонии, а в Латвии. И мы все перепутали. И самый прикол, что я думала, что Санта нас встречает, и я звоню этому Юрию и говорю: Юрий, вы зря приехали, нас встречать не надо, нас встретит моя сестра. И он такой: да, я думал, вас надо встречать. Я говорю: не, мы недопоняли друг друга, извините, до свидания. В итоге мы поняли, что мы в Таллине, в Эстонии. Я звоню ему, я говорю: а вы куда нас встречать приезжаете? Он такой: в Лухама. Я говорю: о, возвращайтесь. Он уже на 70 километров уехал. А дальше? А сейчас Санта нам звонит и говорит. Она звонит и говорит: да мне тут 40 километров ехать, поэтому, типа, все нормально. Можете отменять своего водителя. Мама звонит, но не дозванивается. Заходим в кафе, и она говорит, что ей не мало ехать, а час 20. Час 40, что да. Час 40. Короче, долго. И она говорит, нужно вызвать водителя. Как вкусно выглядит. Пожалуйста. Ты уверен, что не хочешь? Я уверена, что я хочу. Просыпайся утром. Тима, 20 минут до деревни. Да. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Какие эмоции внутри? Ты сейчас будешь обнимать Аманду Рахима, Нону. Ты сейчас увидишь саму деревню. Даже дом, двор. Вот если тебе надо выбрать, куда ты поедешь, в Дубай или в деревню? В деревню. Ну, конечно, и я тоже в деревню. Не нужны нам ваши Дубай. Я. Дубай или деревня? Мои лучшие дети. Конечно, пошел дождь. 3 минуты. 2 минуты, Тима. 2 минуты. 2 минуты, Мия, 2 минуты. Как твои ощущения? Что ты чувствуешь, Мия? Не знаю. Не знаю. Я бабочка. Ничего, например? Я прям бабочка. Реально? Как будто помнишь мою? Да, Уркалне. Вот деревня наша начинается. Вон асфальт. Вон эта дорога. Вон асфальт, да. Вот тут мы были. Конечно, вон соседи наши. Офигеть, деревня. Так, кто кого понимает? Я сам. Вот за кустом налево. Ага. Вот сюда, да. О, смотрите, какие. Вау! Обновление. Нифига себе, блин. Забор сделан. Это что такое? Это что за новый? Я не понял. Дядя Дайнис тут. Вот нам к этим машинам двум. Оп-оп-оп-оп-оп. О, в дереве! Рахим! Рахим! Сейчас я их сниму. Рахим! Все мокро! Лужи! Мы доехали! Не может быть! Привет! Спасибо, что встретил нас! Спасибо, что так рано встали, доехали! Да без проблем! Аманда! Привет! Все, шапку потоптали, молодцы! Ой, ты мой котик! Как я люблю тебя! Сыночка, сыночка! Сыночка, присыночка! Сыночка!
Мальчиночка, мужчиночка, наш мужчиночка золотой. Любимый. Я обожаю Тиму каждый раз. Просто каждый раз. Тима, сыночку, присыночку. Тимофей. Ой, мой золотой наш. Привет! Дорога! Приехал! Зайчик мой! Ты такой длинный стал! Посмотрел себе ростом! Как это произошло? Просто... Ты что, ел растишку? Санта и ее юмор! Санта и ее юмор! И этот спал! Дорогая сестра, ты меня когда-нибудь обнимешь? Сегодня очень хочется прямо! Даже деревенским дождем помылись? Неужели мы доем? Неужели? Это тебе мазь. Спасибо. Это тебе... Сканворды. Да. И это тебе вот. Спасибо большое. Рахим, мой а мне? Внучек. А мне? Я тоже люблю сканворды. Я тоже хочу сканворд погрызть. Ой, как же красиво у нас тут все в траве. Блин, траву надо покосить. Я ненавижу длинную траву. Батут, гроза. Слышите? О, петух. Слышали? Ой, хорошо. Тарзанка. Мой любимый вид. Вы слышите вот это бешеное количество птиц? Мы привезли веселые игры. Настолки. Свинтус 2.0. Вообще, знаете игру Свинтус? Конечно же, нет. Очень веселая. Вот взрывные котята, я в нее не играла. И вот это очень смешная. Скажи, если сможешь. Там такие вставки в рот, знаешь. Типа ты вставляешь. И надо читать, да. Пойми меня, говорю, внятно, вот с такой херней во рту. Ну что, Тим, побежали по двору? Тим, а тебе небольшие кроксы? Нет. Как будто большеваты, нет? Нет. Да большеваты, большеваты. Скажи, 42-й размер. Конечно, 42-й. Ну, они тебе большеваты. Ну ничего, на вырос. Ну что, подожди, давай, погнали. Два. Что? Там клещи. Какие клещи? Здесь нет клещей. Какой воздух. Пахнет очень. Щавель. Смотрите. Ну что, уменьшилось все? Нет. Нет? Мия, уменьшилось все? Нет. Нет, да? А я когда росла... Каждое лето приезжала заново, мне казалось, что все уменьшилось. Это кто к нам приехал? Это кто? Ты пиво привез? Пиво и вино. О-о-о-о! Никакого кардио отменяется, папа Ника привез пиво. Я говорила, раз пива нет, давайте кардио делать. Никто не согласился. Но может надо сделать, мне кажется, все равно. И мячик, блин, папа Ника. Ты какой-то... Папа Ника, я тебя вообще выиграю в раз. Во что? В баскетбол. Будем сегодня тренироваться. А сетка-то есть у нас это? Есть. Сейчас будем тренироваться. Вот папа Ника пиво привез. Джекпот. Джекпот. Ты видишь, как меня любит вселенная? Давайте выпьем пиво и тогда сделаем кардио. Нет, давай. Сам, ты будешь со мной делать? Нет. Ну давай. Я достаточно худая, спасибо. Надо быть еще и подтянутой. Что это такое? Гламур. Цыганский шик. Разбирально летай. Тимофей, твоя любимая кофта. Ника, тебе сезонную. Ой, как красиво. Костюм пчелы. Тима, надо брать. Чур мне дубленка. Дубленка. О, можно было не брать одежду. Боже мой. Рюш. Новая, с этикеткой еще. Маня, ты что? Маня, это просто какой-то ретро. Я себя не обделил. Ну твой размер. А почему они все с бирками? Так золото же. Где ты это украл? Светка шкафы чистила. О, а Санте подошла, кстати, да? Да, смотри. Как. Ты знаешь, вообще главное, какой фабрик, знаешь, главное, какой texture, какой detail.
Вообще, да, папа Николай, как ты это придумал? Это вот. Подгадал все, подгадал. Это супер сюрприз. Чтобы вы понимали, я решила, что перед тем, как устроить вечеринку, надо сделать кардио. Почему-то со мной его делать не хочет. Ну и ладно, подумала я. Вы мне не нужны. Я сама сделаю. Сейчас я найду место подходящее. А что, ты завтра сделаешь со мной кардио? Ну давай завтра я высплюсь и сделаю быстрее, чем Агата. Тут группа поддержки в честь этой женщины, которая занимается спортом интенсивно. 10 минут. Она уже никакая. Движения уже не точные. Силы кончаются. Походу, ты уже не попьешь. Она уже еле дышит. Я уже еле делаю. Мы все за нее потеем. Давай, ручки к ножке. Помощник. Come on, y'all. Быстрее движение. Резче должно быть. Раз, к ноге. Ты что, слабачка какая-то? Давай. А все, еще не делай. Бедолага, бедолага. Что это? Аджика. Это откуда аджика она? Откуда она? А ты первый можешь попробовать? Я попробовала. А, я не видела. Санта пробовала. Блин, может не всю? Давай чуть-чуть нет, попробуем. Нет, там хорошо будет, если что. Хорошо будет. Я. Подержи во рту. Это пипец. Острая. Дождь. Реально радуга. Дождь и солнце. Я надеюсь, будет радуга. Так, ну что, к нам пришел сосед, дядя Дайнис. У нас жарится шашлык. Повар, папа Ника. Папа Ника, все по тебе соскучились. Тебя 1000 лет не было в моем влоге. Да. Это вообще печально. 5 лет, да. Тебя 5 лет не было во влоге? Наверное. Ты шутишь, что ли? Ну, я просто выскакивает. Последние 5 лет. Ну, года 3 точно. Ужас какой. Будем челленджи какие-то делать. Под старый добрый. Кардио 30 минут, давай. Ты видел, я сегодня делала. Да, ты молодец. Да. Но оно убийственное, если честно. Конечно, я там вспотею. Так и да. Вы видите этот дождь? Да. Я надеюсь, будет радуга. В разнос. Санта, ты очень похудела. Правда, тебе говорю, тебе очень идет. Не толстей больше никогда. Да, мам, ты видишь, как она похудела? Она прямо тощая стала. А Зимпик? Да, младенцем. Друзья, мы дождались этого. Вы видите ее? Или не видно? Радуга. Блин, она такая бледная, но она есть. Как будто вот здесь ее лучше видно. Да? А-а-а, вон они! Вон они! Раз и два. Вы тоже видите эту красоту? Дождь сквозь солнце. Радуга. Я! Моя звезда. Как же красиво идет дождь. Я не могу остановиться это снимать. Там радуга. И что, вы мне хотите сказать, что не так выглядит рай? Конечно, только так. О, сестра там снимает. Ой, как красиво, Санта, скинешь мне это видео? Хочу его в Инстаграм выложить. Спасибо. Только тогда же себя не выкладывай. Я буду... Я шучу. Я заставила Санту сделать кардио. Санта, Рахима, отойди! На всех орала. Правда, кардио приносит хорошее настроение, самоощущение себя, да? И пресс. Ты становишься лучше, у тебя появляется пресс. Мы хотим Тиму слейки облить. Аттракцион! Все. Сервис. 15 евро сервис. Ну что, коллективный выезд. Начался. Начался. Мы едем купаться. Папа Ника за рулем. Мы доехали до пруда. Все купаться! Манька болеет, поэтому она решила, что ей точно надо искупаться. Маня. Клин-клином. Морожка еще надо будет съесть. Да, но это пока. А может кофе заварить и в него морожка бахнет? А давай, да. Санта. Папа Ник. Давай. У меня садится батарейка, поэтому мне надо срочно снять, что кто-то купается. Вода такая чистая, что папа Ника загорел. О май гад! Что это такое? Ты просто черный. Он на волосы липнет, да. Да, у кого шерсть. Ну, чтобы вы понимали, меня тоже заставили искупаться. Мы, кстати, с Кариной с утра помедитировали, я вам так скажу. Я вообще не сильна в медитации, но у меня сегодня как будто даже чуть-чуть получилось. Меня просто все время сбивают мои мысли. Ремонты, стройки бань, машины, суды. У меня вот это вот все вот так вот в голове. Мне очень сложно все это отпустить.
Вот, и увидеть что-то там, типа свет через себя или еще что-то. Но сегодня вроде как будто бы даже получилось. Какова красота? Ну, кака все-таки ва. Доброе утро всем. Кое-что есть, ребята. Червяков хочет. Блин, друзья, вы не хотите реально попробовать это ласточки его поставить? Вдруг она его будет кормить? Ну, надо придумать, как поставить в тенечке на улице. Вдруг она его увидит и покормит? Нет, так не работает. Я думаю, надо поставить где-то на улице, вот приспособить, и она услышит, что он чирикает, и тогда прилетит. А ванна нет. На край, и перевернется. Да. Слушайте, а они как, прямо целых червей глотают? Да, да. Нет, там надо делить. У них зубов нету, они жевать не могут. Делись. Ну, вот такого червя она не проглотит. Ну, конечно, нет, но этого-то проглотит. Закрой камнем. Просто они же как-то их слюнями это, обслюнявливают, ну, и да, в какой-то вот такой жиже дают. Ну иди обсасывай муравьиные яйца. Друзья, я так горжусь собой, я еще ни дня кардио не пропустила. Сегодня папа Ника делал со мной. Как тебе кардио? Тяжело как бы. Тяжело, тяжело. Надо потеть. Надо потеть, вон у меня течет. Да. Вообще-то вот, видишь, прям течет. Ну я как бы чуть-чуть процентов на 30 только сделал интенсивности. Ну да. Ну первый раз нормально. Ну, да, первый раз. Но зато сказал, еще хочу второй раз. Вообще. Конечно. Мне-то второй раз так же, блин, херачить. Полностью. А мне чуть-чуть может посильнее. Все. Теперь все птенчиком заняты, да? Масечка, она прям открывает. Ест! Смотри, ест, 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 ест. Офигеть. Офигеть. Маня, как ты догадалась, что надо яйца муравьев? Ника сказал. А, да? Вся мать. Мать ворону нашла, это птенца. Нет, ворону тоже я нашла. А, да? Я всех дома тащу. Белоснежка наша. Мия, тебе задача наковырять муравьиных яиц. И я как раз, блин, копался вчера в муравейнике. Эх, деревня! Пыль да туман, ты ж моя деревня, я люблю тебя. Не благодарите. Конечно же, вот такое сухое дерево привлекло внимание крестного моего папы Ники, и они решили с Тимофеем попробовать его вместе. Ой, мне кажется, он крепко стоит, ребят. Да она не раскачивается. Катается. Ты добавил папе Нике шансов папа, поймать клеща. Детка за ствол. Ой, какая же красивая все-таки дорога на озеро. Улыбайся солнцу, вали-вали-вали-вау. Улыбайся тучам, вау-вау. Важно, что в душе, и хочи не слушай. Просыпайся, пой. Вот оно, наше любимое озеро, красивейшее. Здесь, смотрите, сделали такое место для отдыха. По-моему, я вам показывала. Просят соблюдать чистоту. О, смотри, рано гнулся, пьет. Ой, какая вода красивая. Да, был пирс. А где он? Потонул. Да ладно, потонул? Да, можно было, помнишь, мы фоткались на это. А, нет, а вон там другой. А, ну это не наш. Умников этих о том я не просил, ведь другое совсем придает мне сил. Вау-вау, насыщенный вкус. Вали! Еще, выше. Давай! Выше, руки выше. Руки выше. Ей! Медведь Тимофей! Рахим тут же подоспел, перехватил палку. Такой, в смысле без меня, в смысле без меня. Ну-ка, дай сюда. Ура, конечно. Ой, как же здесь красиво, да? Мягко еще. Ну так это бывшее болотце. Юные. Нет, не юные. Просто чемпионы. Те, кто будет халявить, я буду бить вот этой палкой. Сейчас. Будешь халявить будет. Давай, папа Ника, ты сможешь. Оп, оп, оп. Трофей, не меня, а Гатус. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три.
Птичка умерла. Птичка умерла. Папа Ника говорит, что еще к 8 утра она еще чирикала. Потому что я читала, то, что их надо рано утром вставать кормить. Конечно, как солнце встало, так и ты должна встать. Она уже в 4 чирикала, я удивился. Ну, а кушно солнце во сколько встает? В 3:30 с чем-то уже она начинает светать. Она очень весело, громко кричала. Она жрать хотела. Она хотела кушать, да. Вот 5 часов все ее игнорировали. Так, ну дети, так, давайте так, вы Рахимушка. Я уже все сказала. Тиме, да? Паника поставила колодец, ее забрали. Все, на колодец, да? Угу. Мия точно не переживет смерть птенчика, поэтому мы решили, что будем говорить, что ее ласточка забрала. Итак, Мия, я торжественно вручаю тебе эту видеокамеру. Ты, пожалуйста, ее береги, пока я уеду на парочку дней, да? Снимай видеоблог. Хорошо. Хорошо? И веди себя классно. Хорошо. Тимоха нашел Мими книгу. Так. Это реально? Мини-книга. Ой, Рахим. Рахим пришел. Я он читаю Хаджи Муратов. Я читаю. Так, что у нас Мия сегодня прочитала? Вот. Представляете, сколько много Мия прочитала. Тимоха опять читает. Второй день уже. У нас тут птицы поют. У нас еще ничего нету. У нас все есть. Особенно у нас есть батут. Тимоха опять читает. Ребята, вот скажите, это возможно вот ловить кузнечиков, но чтобы Тима на меня их не выпускал? Потому что Тима говорит, это невозможно. Хотя я их ловить могу, но не хочу, чтобы Тима на меня их выпускал. Пишите в комментах. Покраска волос. Вон, опиши эмоции. А какие могут быть эмоции? Сижу, как истукан, не шевелюсь. Под скриптонита. Да, под какие-то матюгальники сижу. И Аманда мне, да, и Аманда мне красит. А Рахим лежит с палочкой. Рахим, ты же понимаешь, что я хочу делать, да? Рахим, говори! О, сейчас огород покажу. Тут у нас фигня растет какая-то. Тут у нас укроп растет. Еле растет, конечно. Тут у нас тоже фигня какая-то. О, тут у нас мой любимый лучок. Блин, мне жвачка. Ну ладно, ничего. Так, тут фигня, фигня, фигня. Это капуста? Не знаю, наверное, капуста. Тут муравейник. Так что у нас все нормально. Еще прикол, Рахим пукнул. Так, короче, у нас тут садятся ласточки и срут прям в туалете. Вон туда вот. Ну не молодцы же. В туалете срут. Это так смешно. Это майский зуб. Не, ему щекотно просто. Вот его убил, все. Нет, он его не убил. Блин, уйди. Копает. Ах, как мошки эти. Дай мне, мне. Он все уже. Он уже все. Он уже готов. Мы играем в догонялки. Аманда, давай. Давай одну партию. Я сбежал. Если что, я тут спрыгиваю. Кто? Мия? Да. Прыгай. Мия, ты знаешь, как сделай? Да. Мия, ты обмани ее, ты типа... А, ну все. Давай, беги за ней. А, ты ж вода. Давай, 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 давай. Аманда, она идет сзади. Происходит тут такой вайб. Ты куда, за мной? Аманда вода? Нельзя брать. Брать нельзя. Хорошо. Аманда вода. Все. Короче, я пока. Ты. Мия, нет, ты сказала брать. Я вот так сделаю. Нет, ты сказала, нельзя брать. Нет. Хорошо. Мия вода. Но она мне набрала, я сказал, брать нельзя. Она сказала, окей, Аманда вода. Но это нечестно, брать нельзя. Мия, это считается как вранье. Я не знаю, я хочу просто поснимать на файл. Короче.
Вот такая вот история. Что? Класс. Рахим. Как же тут хорошо. Лучшее место. Короче, все пошли снимать осиное гнездо. У нас камера, конечно, покруче. У меня круче. Сколько там этих? На срок много там. Давай. Типа с двух камер как меня покусают? Да. Нет. А нет, Тима, все. Давай, кидай его, давай, дерни. Надо дернуть. Он пустой. Прикинь. Пустое? Посмотри, какие там. Эй, иди посмотри, Тимофей, иди сюда. Посмотри, какой это. И не улей, а как его по-русски? Смотри. Обалдеть. Прикинь, если бы они там были сейчас живые все. Пчелы посыпались, вон они, пчелы. А там посыпались, там и реально есть. Че ты пищишь, как девчонка? Да страшно, блин. Пчелы сыпятся. А вот этому надо, Санта. Что там ганвайга? Головки. Они могут укусить сейчас? Нет, они засохли, уже померли. Засохли, уже померли все. Надо сжечь. Готов. Корешник, мы готов. Песочный отель в Москву-Сити. А потом все осы убиты, сварочник готов, все осы убиты, и так-то больше вроде ничего. Там хай, мы надуваем, Максима там надуваем, мама тут бьет, ну делает хвост самолета. Такой у нас самолет, Тимин, мы все в купальниках, Тимуха тут делает нам богато. А это разве не все надо надувать? Нет, не все, только это. А почему только эту? Не врезаться. Прикольная штука, сюда можно садиться. Но не стоит, а то все лопнет. У нас, можно сказать, день без телефонов почти. Поэтому мы успели многое дело сделать. Но мы нашли божью коровку. Кстати, стало больше божьих коровок желтых, а не красных. Мам, я буду прыгать с камерой. А я уже прыгаю. Так, ну что, друзья, мы решили, что мы закопаем капсулу времени. Каждый сейчас напишет письмо самому себе. Я пишу, собственно, 2030 год. Дети тоже. Мы в 2030 раскопаем это письмо себе в будущее в 2030 год. Это уж очень длинное сделано. Нормально. Да крышка закроет еще. Надо еще какие-то туда положить вещи какие-то свои. У меня с собой нету. Вообще ничего. Ну, только там зарядка. Не, ну что-то на память там, я не знаю. Что мне положить себе на память? Курилку, шучу. Так она покури в 2030-м. Я вышла из дома, и он следом вышел. Давай эту фоточку на память. Давай. А там блок не обидно. Я вот так сделала. $1 и фоточка. Миюн, что за грусть в глазах? Ты вдруг осознала, что в 2030-м мама уже будет 41? Ну и что теперь? А бабе Ноне 71. Она не хочет, чтобы мы старились. Миюсь, ну мы так это... мы не старимся, мы просто взрослеем. Да, мы будем просто взрослые. А вот прикинь, сколько тебе будет в 2060-м? Мне? В 60-м? Мне кажется, я не доживу. В смысле? Почему? 71 год, чуть ты не доживешь. Ну это много. Но не будет 71. И я не собираюсь говорить, что я не доживу. Она уже тут. Ты еще будешь в кино сниматься. Да, 30 лет каких-то. Как раз бабушек будешь играть. Вредных. Вон это Раиса Захаровна до сих пор же. Какая Раиса Захаровна? Она Раиса Ивановна? Да. А, это же в этом в «Любовь и голуби» Раиса Захаровна была. Но она же до сих пор работает, и ничего. И ей уже далеко за 71, так что... Ну, иди. Я нашел, я туда положу анекдоты, положу пару, сколько это, центы? Латы? А, центы. Центы, и положу такую вот турбо и ловис. Отлично. Чтобы мы, когда раскопаем, развеселились немножко. Ну, давай, клади, пойдемте закапывать. Так, ну что, дорогая капсула времени, надеюсь, что в 2030 году мы тебя найдем. Да не надо, куда уже копать? Так клади уже банку. Во. И закапывай. Ми, отвлеки Рахима. Рахим! Смотри, банан. Мия, давай, не тяни. Не тяните. Рахим! Нет.
Максим, просто загребай лопатой, не надо копать. Подержи камеру. Максим! Уйди. Вот так, да. Давай я, Тима, ты камеру подержишь. Тупая лопата. Тупая лопата. Тупая лопата, тупая лопата. Ой, лопата тупая, тупая лопата. Не повторяйте. Так, ну мы зафиксировали, что мы закопали. Мы это снимем в 2030-м. Ну, как-то, знаешь, как будто не закопалась, Тим. Мы пришли купаться. Мама тут первая, Вика вторая, а я третья. Мы тут сгребаем траву. Вот Тимоха тут валяется. Тимоха тут отдыхает. Аманда отдыхает. Я отдыхаю, мама не отдыхает. Пока что мама сгребает, у нас у всех отдых, а когда у мамы будет отдых, мы будем сгребать. Вот такую мы с Амандой, вот такую мы все вместе штуку сделали. Сальто на камеру. Класс! Итак, друзья, к команде приехали ее друзья. У нас ситуация толпа подростков. Это адский ад. А давайте проверим, что подростки привезли с собой. Чай Нести. Картофельные палочки. Сосиски. Молочко. Паприка. Тутти-фрутти конфетки, пожалуйста. Ушки печеньки. Огурцы. И, внимание, доширак. Вот с таким запасом еды. А здесь что? О, здесь еще лучше. Бутерброд. Киндер Буэно. Господи, чем питаются подростки? Вот такая вот еда, друзья. О, танцоры вошли в чат. Счастье, но не апрелем проснулись. Дети жарят сосиски. Так, ну что, приехали, как я уже говорила, друзья Аманды. Давайте знакомиться. Марк, это видеоблог, это Марк. Анастасия, это видеоблог. Мию мы все знаем, помним, любим. Помогите, я не могу остановить. Ра? Сидеть. Лежать. Мы проверяем его на клещей, чтобы вы понимали. Лежать. О, не лизать камеру, а лежать. Ура! Мне показалось, вот здесь нет, нет. Да? Это же не клещ? Это? Да. Не, не клещ. Точно? Не знаю. Нет, не, не клещ. Нет? Mm-mm. Ну ладно. Опа. Вот здесь просто мне показалось. Нет, это просто пятнышко, да, всего тебя проверяют, да. Чисто, всего два клеща было? И по лужам бегай, хоть до самого утра. Посмотри, как носится смешная и святая детвора. Капли на лице, это просто дождь, а может, плачу, это я. Дождь очистил все, и душа захлюбав, вдруг размокла у меня. Потекла ручьем, прочь из дома к солнечным, некошенным лугам, превратившись в пар, с ветром полетела к неизведанным мирам. Время кардио, все встаем, пора подъем, пора на кардио, пора на физкультуру. Мия, заходи. Время почти 12. Давай, Мия. Бам-бам-бам-бам-бам. Кардио тайм. Дальше пошли. Все встаем, одеваем спортивные формы. Сейчас будет зарядка. Мия, давай. Мия, встрой. Спроси.
спроси, как у всех как дела? Как дела? А у меня вообще капец. Как тебе кардио? Легко. Легко? Врёшь. Ты врёшь, что легко. Я видела тебя легко. Как кардио? Да, как дела? Я умираю. Аманда, как дела? Нет, я вкусно покушала блинов, пила кофе. Нет, я считаю, что я самое лучшее кардио сделала. Как дела? Кайф? Okay. Вот так надо вспотевать, просто. Молодец, ты молодец, сегодня все делал, умница. Горжусь. Спасибо. Горжусь, реально вытоптали всю землю, травы не осталось. Потому что мы делали кардио, Марк вообще умница, просто все умнички. Аманда, ты тоже такая молодец. Спасибо, спасибо. Умница, умница вообще. Знаете, сейчас есть такой тренд на гномов. Я решила попробовать и сделать для них дом. Это секрет, что я туда положила конфету. Тут такой вход. Сейчас вы туда зайдете. Туда камера даже не помещается. Теперь вы побывали в доме гномов. Пишите в комментариях, как вам вообще. Чё? Не верю! Санта! Не верю! Вот это лесники! Смотрите, что мы нашли! Вау! Ой! Это вы собрали столько? Тима, ты собрал столько? Ну, ручками нет. Своими? Вай, Санта, какая молодец! Какова молочага! Какова молочаги, Тимочка! В 7 утра встал мой пупсик, моя умница. Хотел в 6. Хотел в 6, но встал в 7. У нас сегодня по плану открыть сюрстрёмик! Все готовы? 100 евро тому, кто съест ложку. Ты даешь? Да. Я съем! Я даю 100 евро реально тому, кто съест хотя бы ложечку вот этого вот замечательного. Сюрсть. Трахим такой. Ты об этом пожалеешь. Да, у него немножко срок годности. Полгода назад. Ну ничего, еще лучше нам. Тима говорит, что он за 100 евро съест ложку сюрстреминга. Правда, он просроченный. Нет. Ну и что? Я 100%. Я даю 100 евро тому, кто съест хотя бы ложку. Аманда. Я даже не подойду к этому. Да? Тим, ты также про корицу говорил. И про горчицу, да? Ты также про корицу говорил. Ну, корицу это реально просто невозможно. И это невозможно. Давай. Сейчас пшик будет. Бурлит что-то. Куски есть, оно не разложилось. Как будто там кто-то сдох. Да, реально. Собаки, дайте понюхать. Я просто не дышу. Я умею задерживать дыхание на полчаса. Не, нормально. Не нормально, папа, нюхай. Иди понюхай. Да я чувствую. Поближе понюхай. Фу, блядь. Ну чего? Нормально, а соус есть, мясо есть. Да нормально. Тимофей, 100 евро это тебе легко досталось. Да я стою и нормально. Вот. Выберешь... А, то длинные селедочки, да? Нет, ты смотри, даже и просроченные, и то ничего. Фу, какой кошмар. Да не, нормально. Я вот я нюхаю. Ну-ка, давай. Не нормально, вкусно. Тима? А с хлебушком 100 евро легко. За 100 евро, да. За 100 евро ты съешь? Я сам. А где кружка? Кружку дайте с водой. Какой кружка? Она здесь где-то. Неси кружку. Вот. Один кусочек, да, Агата? Маленький самый бери. Да вот этот. Во-во-во-во. Вот этот. Вот этот маленький. Вот он все. Руки-крюки. Давай, вот на хлебушек и да, это килька будет. Можно отрезать? Нет. Дай тебе маленький. Нельзя. Дай мне. Поищем самый маленький. Тим, ну ты храбрый, конечно. О, да. Ты, блин, такой. 100 евро нашел. Тут аж мухи летают. О, май гад. Тимофей любит. Ты уверен, да? Да. Насколько надо? Мне говорят, она кисленькая просто, и все. А дай собаке понюхать сначала. Тимофей, дай понюхать собаке. Как это реагировать? Дай понюхать. Да не надо. Реакцию собаки проверим. Давай. Реакцию собаки. Вот так вот брошу за ухо. Просто рыбка, да. 100 евро. 100 евро дают сразу. А хлеб не обязательно есть. Рыбу всю надо съесть, а хлеб не обязательно. Затем промывай. Промывай. Ау!
Показывай, вот это было 100 евро. Ну, в смысле, он не съел. Ладно, я дам ему 100 евро. Агата, сними реакцию собаки. 100 евро, ну, чего, берешь? Ой, господи. Не надо. А ты? 100 евро. Даю 200. Нет, сам ты не съешь. 200 евро. Если бы не просрочено... Даю 200 евро, если съешь. Близко нельзя нюхать. А ты вот так закрой рот и съешь. И я 50 еще. Нет. 250. Ставки растут. Нет. Ставки растут. Я за 250 не смогу. Это... Сразу блевот. Ни за какие деньги, да? Да, это и еще, и ей еще 20 евро. Мам, я же взял 270. Да. Агата. 50 тогда. 50? Да. 250 евро. 250 евро на кону! Так, на кону. Водички оставь. Да. Принеси полную. Принеси воды. Быстрее, быстрее. Вода мне поможет? Я думаю, во-во-во, хороший кусочек маленький. Вот, бери. Так, хлеба не так много. На телефон не капай. Блядь. Блядь, ну она воняет прям покойник. А ты проглотил и все. Покойник. Солененькая. Солененькая. Вода есть. Давай, я даю 200, папа Ника 50, да? И 70. Я 50 и 20. 70. А я умру? Нет. Нет. Ешь. Блин, ну шведы же это едят. Ну, эти такие, я! Я дал? Не дыши, главное. Да за всю ешь сразу. О, нормально. Она очень соленая. Главное не дышать, бля. Надеюсь, мне не придется не целоваться. Реально хочется блевануть. Ну так ешь уже. Все, быстрее, не растягивай. Давай, да. Раз, два, три. Попробовал и запивай сразу. Зажевывай хлеб. Фанта! Давай. Монстр! Монстр! Ты проглотила? Она съела! Она съела! Запей, я ее поцелую. Целуй. Только в щечку. Можно? Молодец. Охренеть, Тим. Может. Все, пошли за деньгами. Ну, сам-то съела. Пошли за деньгами, все. Ну, блин, а сайте вообще 250 зато без хлеба. Без хлеба, просто зла проглотила. Хлеб создает препятствие, которое надо долго жевать. Да. А, ты... Я логично подумала. Так. Как я теперь воняю, я могу еще раз попробовать. У меня прям несет со рта просто по трупам. Да ладно, не надо, Тим, все, забей. В жопу этот сюрстрюм. Я деньги хочу. Там-та-да-дам, там-та-да-дам, там-та-да-дам. 200 евро заслуженные. А что, она так много съела? Она съела за кусочек. Я съела и проглотила ее. Тим, да. Больше никто не проглотил? Нет, невозможно. Тимофей выплюнул. Не он выплевал почти, да, он начал... Бэээ, вот так вот. Так... Нет, тебе 50 за то, что ты хотя бы в рот взял. Так, Аманда что проглотила? Как зарабатывать деньги, да? На херне. Тимофей, ладно, за смелость тебе 20 евро. Ноооо. Нормально. Мне тоже такого дяди. А так можно было? В смысле? Мам, и мне 50. А что это? 50, ты сказал 50. Ну, папа Ника 20 уже дал? Нет. 30 тебе? Нет. Да. Да. Нет, ты сказал, ты дашь мне 50. Ладно, ладно, ладно. Последнее приготовление. Водителя. Последнее приготовление водителя в путь. Мам, подожди, переход. Давай. Я поехала. Работаю. Представил я, город наводнился вдруг веселыми людьми. Вышли все под дождь, хором что-то пели и плясали, как могли, позабыв про стыд и опасность после с осложнением заболеть. Люди под дождем, как салют, встречали гром, весенний первый гром.